have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, у нас 6 утра, начинаем пятую серию по дреджу. Я хочу накормить селедкой сектанта, если вы понимаете, о чем я. А где они у нас там были-то, эти селедки? Вроде где-то недалеко. Запасы средние, прибрежные. Погоди, что-то не то. О, а ты кто? Кионический клева. Без понятия, кто ты, но мне интересно. Рыбки маленькие, такие впервые вижу. А сколько вас тут? Ай, мне надо было дождаться. Попанул. Мне надо было золотого дождаться-то. Я бы тогда прям... Так, а ты кто? Куча новой рыбы. Тут прям куча новой рыбы. Угу. Еще одну смогу поймать. Окей, пойдем просто ее продадим пока что, пока есть деньги. Нам сейчас нужно много денег, если что. Так, а сектант вообще у нас... Ладно, я уже полдня на это потратил и собирался сектанта кормить, но, блин. Так, рыбный рынок. Некоторые крабы встречаются только на определенных глубинах. Когда ищешь, куда поставить ловушку для краба, стоит... Да, да, я понимаю. 100 баксов, ну... Живешь, lives for profit, для добычи. А насчет крабов не знаю, мне эта механика пока не очень, честно говоря, понравилась. Я не, прям не в восторге от того, что происходит. Так, ты селедка. Тигровая скумбрия. Скумбрия, не селедка. Карта. Мне бы понять, где сектант, тут или нет. Сейчас посмотрим. Вроде... Или там. Я надеюсь, что здесь. Ой, тут кораблекрушение было. Воу-воу-воу, погоди. Ёлки-палки! Стыки! До свидания. Это мимик какой-то был вообще. Паника, паника, паника. Мне придется продать эту скумбрию. Такой вообще. Все, швартуемся, ну его нафиг. Я ее продам, потому что она просто сгниет до утра. И так, сколько у меня денег то сколько мне надо? Мне надо 500. Кстати, не так много осталось, я думаю. Давайте отдыхаем. Я хочу все-таки к сектанту туда далеко плыть. Как бы мне так? Ты скумбрия, скумбрия. Все, поехали. У нас 7 утра. Нам... Да не туда, нам туда.
Или даже вон туда. Сейчас посмотрим. Не сильно перегреваем двигатель. Я без понятия, что мне делать с вот этим вот крабом или как оно, что оно. Пока что я не вижу никаких опций с пушками, не пушками. Страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Где ты, дружище? Ты не здесь? Да, ты здесь. Больше слишком мало. Так, на, держи. Нафан выбрасывает, вырывает сердце, рыбье сердце и также быстро проглатывает. Уже почти. На свитке изображена еще одна рыба. Судя по всему, змеевидная скумбрия. Короче, чувака нужно скумбриями откармливать. Так, это мы с вами потом почитаем. Змеевидная скумбрия. Окей, попробуем запомнить. Теперь я бы хотел свалить, например, на... О, а тут что у нас? Нет, а это не то, дружище. В общем, запасы респаунятся реально. Вон на тот остров я бы хотел сплавать. Там, где был этот краб. Но попасть туда желательно днем. Что у нас тут ловится? Скаты. Нет. А тут акулы. Да. Интересно, днем оно нормальное или нет? Или тоже краб? А днем оно тоже краб. Но я ничего с ним сделать не могу. Давайте я тогда вот сюда хотя бы подплыву. Под разбитого корабля выглядывает гнилой сундук. Заглянуть, конечно. Спасибо. И на том. Так, что тут за рыбка? Вот это мелочь. Ее, кстати, как раз на 100 баксов и хватит. Но я бы... С другой стороны, пофиг. Ее удобно будет расфасовать по трюму. А, ее тут не так много вообще-то. Не треснуть, пожалуйста. Шторм начинается. Так, ладно. Нам эти воды очень долго еще надо будет исследовать. Блин, кстати, штормов-то у нас раньше тут и не было. Вон там, видите, что-то интересное? Рыбный рынок. А, продать всю рыбу вообще ни на чем оно будет. А ты можешь? Давай тогда все это в трюм сгрузим, потом продадим, когда мы будем... Когда мы найдем, кому это все продавать. Я бы еще отплыл бы на самом деле. Вон туда. У-у-у, вы видите вот эту фигню фиолетовую? И мутированная вылезла. Я потом и хотел бы ее выловить, потому что там мутированная. Так, рыбный рынок. Ну-ка, продаем. Есть 500. Значит, мы можем заглянуть еще в плавучий док. Можем купить вот это. Улучшенный корпус для категории. Так, Hull Improved. Дополнительные чеки. О, это хорошо. Тут два железа, два дерева. Ну-ка, у меня что есть? Железо и дерево есть.
парусина. Два дерева, два железа. В принципе, понятно. И тут две... Ага. Ну, давайте по очереди. Все равно все придется делать. Железа мне жестко не хватает. Оно нужно будет везде. Сюда одну парусину. Сюда две парусины. Ну, давайте мы их сюда обе и сложим. В принципе. А, так. Давайте спать, хорошо, да. Ну, что тут у нас еще есть, где поплавать. Плавучий док, погоди. Верфь. Самый успешный капитан знает, как выжить из своей посудины. Так, да, место стало побольше, кстати, поприятней. Листовый металл этот так и остался. А, смотрите, как двигатели стали расположены. Они типа, таким образом теперь... А, теперь у меня есть 3 на 3. Стоп. Двигатели. Вот, теперь есть смысл в этом двигателе. Так, 36. Давайте я его, наверное, качну. Завершено исследование. Это хорошо. Вот этот вот, дружище, 52 лошади. У нас это 26. Ну, как бы как вариант. Хорошо. Все, пока что отходим. Нам все равно нужны еще деньги, нам нужны еще материалы. И мы еще не были вон там, вон в той части города. Мне интересно с ними поболтать. Что тут у вас за рыба? Понятно. Как туда внутрь попасть? Блин, мне нужно будет что-то, какой-то разбиватель. Так, из одного из покосившихся домов неподалеку выходит старик и ковыляет к вам. Приветствую. Здесь не так уж часто бывают гости. Тебе что-то нужно? Тут, кажется, опасно. Почему вы здесь живете? Да, я остался здесь когда-то давно из чистого упрямства. Правде говоря, я последнее время уж не так уверен в своем решении. Здесь я был счастлив и очень долго. Мы с женой так прекрасно жили, душа в душу, пока не случился обвал. А теперь я один, и меня отрезало от суши и моря, со всех сторон одни шатающиеся скалы. Я помогу вам добраться до Инкфилла. А как я помогу? Ну хорошо. Не все так просто. Мой брат никогда бы, видишь ли... Раньше я жил в Инкфилле с братом, он тогда был китобоем. Мы не ладили, часто ссорились, в основном из-за наследства родителей. Молодые были, в самом расцвете лет, когда творят глупости. Когда мы с женой решили переехать сюда, я забрал с собой фамильный герб, украл его у брата. А теперь, после стольких лет, я не могу вернуться без герба. Или герба. Где же он? Вот в этом-то и проблема. После обвала та тварь утащила обломки из домов в свои поганые норы. Среди них был и герб. Знаю, сейчас уже надежды мало, но если вдруг найдешь его, это большой герб из китового уса. Я буду безмерно благодарен. Хорошо, поищу. Спасибо, но только будь осторожнее, прошу. Мне дадут возможность бить кого-то все-таки, я надеюсь. Ого, понятно, вон там поручение. Найти реликвии. Ага, ага. Поймать змеевидную, поймать редкую рыбу сельдяного короля. Да-да-да, это то, что мне торговка дала, точно. Фамильный герб. Понял. Так, отшельник. Что мне нужно сделать еще? Так, тут в округе не было каких-то кораблекрушений. Здесь раньше жил человек, который всегда вставал на якорь у подножия утеса, когда однажды, пока однажды на корабль не обрушились камни, и он не затонул. Потеря стала для него огромным ударом, да и для всех нас. Корабль у него был очень красивый, и нам них... И он на нем хранил всевозможные памятные вещицы из путешествия. Во время отлива я все еще вижу останки мачты, которые проглядывают из волны. Что ты еще хочешь узнать? Так, а что происходит со скалами?
Их пожирает изнутри этот поганый змей. Видел его? Никто мне не верил, пока он не принялся за остров, и прямо под нашими домами не начали появляться провалы. Это был кошмар. Просыпаюсь ночью от того, что где-то внизу проползает чудовище. Похоже, сейчас он переключился на что-то другое, но перед этим успел лишить меня всего. Еще существе. Он роет ходы в подножье скал. Ты увидишь гигантские отверстия в камне прямо под поверхностью воды. А когда он пробивается, часто случаются камнепады. Так что если собираешься заплывать между скалами, держи ухо востро. Эта тварь довольно медленная. И даже если заметит тебя, ты еще сможешь от нее уйти, если умеешь рулить и не заблудишься в проходах. Звучит опасно. Звучит опасно. Хочу ли я? Не уверен. Пока что, по крайней мере. Я бы сходил сюда. О, стоп, обломки. Обломки я буду собирать. Мне их сейчас надо много. Тут, похоже, металл. Металл собрать я совсем не против. Мне его надо достаточно много. Ну, 3 металла на самом деле довольно неплохо. Поехали еще посмотрим. Тут есть досточки, которые я тоже заберу. Мне сейчас даже, пожалуй, предпочтительнее, чем рыба. Потому что за рыбкой я могу еще сходить. Так, я еще 2 доски смогу вместить, если что. Больно. Прекрати! Спасибо. 17.58. Мне как раз пора разворачиваться. Если будет какая-то... Оу-оу-оу. Что за торнадо? Надо будет... Что-то большое? Ну, кстати, одну букву ЗЮ мы могли бы поймать, наверное. Я бы еще 2 маленькие поймал бы, если будет возможность. Не будет. Че вот это за фиолетовая штука? Понял. Это полнейшее безумие. Меня просто начало моментально плющить. О, рыбный рынок. Давай я вот эту штучку продам. Так, теперь вверх. Нет, я их путаю постоянно. В плавучий док. Да. В плавучий док. Эй, док, нам сюда. Вот так вот. 75 баксов на самом деле это не проблема. Ну смотрите. Ну-ка. Вот у нас уже 2 готово. Сюда как раз вот эту деревяшку оставшуюся. 2 железки и тряпку. Сюда надо. Так, остались деньги, кстати. Давай спать. Денег можно сейчас нафармить. Будет здесь. Так, это... Чайник. Ну, давай. Отчаливаем. Просто пофармим пока что день-два. Заработаем деньжат. Прокачаем себе вот эти 2 вещи еще. О, неплохо. Все, поехали дальше.
Ой, это материалы? Это не материалы, это прям вот скилл прокачки. О, это что-то здоровое, притом новенькое. Еще и ловить тяжело. Так, ну допустим. Полдня мы потратили на это, но меня это не смущает. Сейчас посмотрим, что мы сможем продать из этого. Ну, в смысле, за сколько мы все это сможем продать. А в трюм надо сложить вот это. Видите, в энциклопедии у нас появились... Полиприон, хорошо. Так ты называешься. Рыбный рынок. Я не хочу аж туда сейчас получить продать драгоценности. 169 баксов на самом деле неплохо. Получи док. Мы можем качнуть вот это. За 75 ячейка двигателя. Одна. Ну ладно. 300 баксов сюда надо. Отчаливаем. Попробуем что-то еще до заката поймать. В принципе, трюм нам приносит 100-200 баксов, когда как. Тетрис. Начинает потихонечку темнеть. Посмотрим, что у нас тут сейчас предложат ночью. Блин, это вот эти вот здоровые бугаи. Хорошо. Еще одного я смогу... А, все, я уже не смогу вместить еще одного. Вот эти вспышки безумия вообще не радуют. Мне нужно светильники как-то прокачать. Прокачивается пока что там двигатель, ячейки. Это, конечно, все здорово, спасибо. Но... искусство. Так, он снимает с полку книги, протягивает. Спасибо. Книги это всегда хорошо. 253, практически все. Давайте мы ее поставим на чтение. Искусство красноречия выбрано для чтения. Так. Ну, хорошо. Спим. Сейчас еще денечек пофармлю чисто рыбой, прокачаю себе улучшение, и потом мы с вами уже пойдем исследовать дальнейшее. Дальнейший трындец, который там получается. Мне кажется, к вот этому лучше не подходить. Это очевидно. Так, тут мелочь. Вообще на одну рыбку мелочи это и было. Ну там что-то есть. Неплохие запасы, средние. Ну, средние он прям ловится и ловится. О, спасибо. Не думал, что мне тут попадется мутант. За полдня мы неплохо так затарились. На самом деле, просто плавать по морю, оно не настолько... Ну, бывают интересные, конечно, вещи, но гораздо интереснее... именно подплывать к каким-то островам,
там вся дичь творится. Да поймай ты ее. Спасибо. Все, полностью забили трюм рыбы, как раз то, что нам нужно. На полных парах валим, подадимся сейчас. Так, там. Мы дочитали? Чтение прочитано. Так, энциклопедия, у нас появилась вот эта штука. Он лишен глаз и разума, и движим лишь жаждой пожирать, голодом, который он уже не раз утолял. Маленькая такая рыбка, и вот такое кровожадное описание под нее. Офигли. Я перегрелся, блин. Так. Сколько за починку? Не то. Я же говорю, их постоянно путаю. 30. Ну, в принципе, ничего. А, я теперь могу 4 повреждения до фатального. В принципе, хорошо. 389. Блин. Так, а там нужно было 300? Мне кажется, 300. Да. 4 ячейки для груза, дополнительные ячейки. Тут получается у нас... 2 железа, 1 это, и новый корпус. Новый корпус нужно будет много чего. Ну, в принципе, ладно. Так, все тогда. Отдыхаем. И теперь поплывем вокруг вот этих вот островов. Смотреть, что тут есть интересненького. Так, а это у меня... Осторожнее теперь с перегревом, если что. Ты у нас кто? Ты у нас Тетрис. Нет, Тетрис не хочу, спасибо. Вон там что-то интересное есть. А это случайно... А, это осетр. Так сказать, это случайно не то, что я думаю. Блин, сбил классный улов, жалко. Так, это вот этот мутант, да, который? Угу. В принципе, ладно, 3 часика порыбачили тут. Давайте смотреть, что тут в междускалье, так скажем. Там тоже что-то водится. А чтоб тебя... Да нет! Вот про что ты говорил. А вон и мачта. Офигеть, я не думал, что ты здесь. О, а тут... Завод забыл, потому что врачи себе понадобится мощная взрывчатка. Угу, я понял. Я только что денег очень много просадил, если что, на вот этом вот. Я не думал, что он здесь, я думал, что он там, возле того. Ох ты ж ё. Так, давайте продаемся. Это было страшно. Тут на сотку починки, да? Печаль. Это невыгодно. А, так. Отходим. Там мачту того корабля я тоже заметил, да, пока мы плавали. То есть сюда заходить... А, это и было то самое место, я понял. Просто что я вышел из него с другой стороны. Как я неожиданно туда ворвался-то.
Блин, я опять просил, получается, по деньгам. А почему у меня... О, блин. Почему у меня теперь фонарь расположен таким образом? Я только сейчас заметил. Может, я могу купить еще? Кстати, это идея. Давайте по... Тут постоянно это безумие появляется. Давайте продадимся. Насчет фонаря. А чё ж так неудобно-то? Я ж хотел его вот так вот поставить, он бы у меня отодвинулся. Это печально, ладно. Давайте тогда спать. А мне бы материалов поискать сейчас. Хорошо, давайте тогда... Раз тут у нас рыба, давайте в другую сторону сплаваем. Хотя драпать от рыбы тоже вариант. Я теперь готов к тому, что он тут. Завал из обломков. Что-то торчит, похоже, большой зуб. Ага, просто денежка. Штука здоровая. Я ж попадаю, блин. Теперь он за мной, кстати, не погнался, не захотел. Или не услышал, или не увидел, ну пофиг. 15.06, я тут пока что покручусь, посмотрю. Вот тут это опять же камни. Я пока не заапгрейжусь. Мне отсюда выходить. Пошел-ка я отсюда. Вот, вот эти вот звуки утробные, они прям вот неуютные такие. Как бы, да, логично. Это большие. Безумие накатывает. Кстати, чувак говорил, что мне тут бы поискать артефакт. Ну, блин, мне не хватает то ли динамита, то ли уж я уж не знаю даже что.
Причитано на 60%. Так, это вот это мы увидели. Мутация, это, конечно, все классно. Но, так, мой трюм. Нужно золотишко сюда сложить. Вообще как-нибудь сплавать его от этого. Ну ладно, продаемся. На 200 баксов, между прочим. Так, хорошо, у нас опять немножечко что-то зазвенело в кармане. Давай спим. Куда бы я хотел на самом деле? Можно... Фейл. Не туда надо как-то пробраться. Тут квест, тут квест. Здесь я был, здесь я был. Можно вот сюда вот сходить. Это вон тот остров. Это вот эти острова. Дельфины, что ли, за мной? Ну важно, давайте чекнем, что тут на этих островах, пока время есть. Так, тут рыба. Рыба, это, конечно, все классно, но меня сейчас это не интересует. Я бы, например, по материалам больше. Сокровище — это немножко не то, что я хотел. Мне нужно именно железо, дерево. Тропики? Красный Луциан. Здравствуй. Animal Crossing приучила меня к тому, что это очень дорогая рыба. Тут можно пришвартовать. Серьезно? Лагерь. Рядом с причалом виден заброшенный лагерь. В песке выведены странные символы. Что будете делать? Рассмотреть символы. Витыми символами исчерчена земля по всему лагерю. Некоторые из них собраны вместе. Видимо, в некие слова. Возле каждого символа видны свежие следы. Кто их очень аккуратно обходил. Последний символ выведен в спешке и выглядит незавершенным. Тщательно изучить символ. В песке поблескивает что-то металлическое. Спасибо. Заберу. Забирать находку себе возле каждого символа. Следы. Кто-то их очень аккуратно обходил. Изучить следы. Следы на оставленные босыми ногами. Отпечатки большие и широкие. Возможно, они принадлежат человеку, но вы очень в этом, не очень в этом разбираетесь. Возле каждого символа видны свежие следы. Ага, так. А, ну, все, вернуться. Что будет делать? Обыскать лагерь. Грубый и сильно потрепанный кусок ткани валяется возле деревянного... После нескольких деревянных пар. Ничего примечательного, что будете делать? А, уйти, все. Что еще остается? Спать я здесь не хочу, спасибо. Хорошо. Этот кусочек исследовали. Это два острова. Нам еще третий остался, самый большой. Я думаю, домой мы успеем вернуться. Я даже, наверное, где-нибудь что-то порыбачу. Ты кто? Это маленькие вот эти мои. Что за звуки? Иди ты нафиг. Вы это слышали? Мычание ягнят, блин. Так, уже вечереет. Лучше дуть домой поскорее. Материалы прямо недалеко от дома такой не пропускают.
Мне понадобится много денег именно на листовой металл, который она продает. Может, там то ли 3 куска надо будет, то ли что-то такое. О, спасибо. Я, кстати, совсем не уверен, что мне сейчас дерево нужно, но дерево в будущем точно пригодится, поэтому... Фига себе. Это я немножко подзадержался тут у вас. Реально, тут другие корабли ходят только ночью. Мне кажется, это призраки. Интересно, если с таким встретиться в открытом море. Так, во-первых, рыбу продать. 11 баксов. Не такая, что она тут и дорогая. Так. Нужно будет пойти продать драгоценности. Верфь. Листовый металл у нас стоит 500 за лист. Это офигеть, как дорого. Так, ты. Да, тут дерево уже не нужно. Мне нужно 2 куска металла, 1 кусок парусины. Тогда складываем все, что у нас есть. Драгоценности в том числе. Колечко. Золотое кольцо в оправе, которое красует темно-синий сапфир. Вроде ничего нам не сказано про то, что это кольцо какое-то квестовое или что-то такое. У нас появляется одна дополнительная опция для двигателя вот сюда. Но я что-то не уверен, куда оно мне надо. Теперь. Так, в энциклопедии у нас добавился Луциан. Давайте, ребятушки, тогда на этом серию заканчивать. Поплывем сейчас по еще на третий туда остров. На следующей серии уже проверим, что там. Мне бы найти какой-то способ взрывать камни или что-то такое. Может, я сюда рано пришел. Надо будет посмотреть. Короче, все, ребят, давайте до следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.